Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Lucha.ru. Посмотрите, какие у нас сегодня красивые, и как-то у меня так выскочило и палеты. Роскошное совершенно украшение, необыкновенно стильное, эффектное, в сегодняшнем тренде с натуральными камнями и идеальная ювелирная работа. Начнем разглядывать с кулона. Посмотрите, три подвесных контура, да? Получается, раз, два, три. С тыльной стороны у нас две вот такие петельки для того, чтобы продеть цепочку, или снейк великолепно сядут. Мне кажется, я бы с удовольствием сюда взяла булавочку и прицепила, и носила бы это как брошь на лацкан пиджака, и тоже великолепно смотрелось. То есть очень многоиграющее изделие. И как можно носить, смотрите, отдельное изделие. Можно это всегда подбить конгой без каменки, если вам не хочется сильно вот, да, впечатлять людей, да, например, на работе. Вы надели вот эту подвеску, надели конго или гладкие какие-нибудь сережки, даже пусеты любые, и все, и у вас будет один яркий акцент, вот этот натуральный лизардит. Сережки, опять же, три вот этих подвижных контура. Представляете, какая работа по серебру, да, сделать три подвижных контура. Очень милые сережки. С одной стороны, они длинные, но они настолько нежные и притягательные, я прям зачаровалась ими. На низкий прокол превосходно садятся, потому как не тяжелые, и центровочка здесь, вот эта часть, она перевешивает и не дает им заваливаться, да. И когда вы будете идти, вот это все будет двигаться. Ну и, конечно, завершенность формы просто... Шикарная, я говорю, работа, восхитительных слов не хватает. И колечко достаточно скромное на сегодняшний, опять же, в сегодняшнем тренде, но видна хорошая, добротная такая вот работа по серебру. Хотя, в принципе, не особо оно и маленькое. Вот бывает такой, знаете, средний размер, который уместен для всех. Мне кажется, это как раз тот вариант, и это украшение будет служить очень долгие годы. Значит, мы посмотрели с лизардитом. С лизардитом у нас размер 19. Дальше смотрим с родонитом 18 размер. Примеряю на 17,5, видите, прям вот хорошо мне сел, то есть полразмера, уменьшение размера все-таки есть. Верхняя часть швензы достаточно широкая, посмотрите, какая прелесть. Прям роскошные вещи, по-другому не могу сказать. Я говорю, украшение на долгую-долгую очень эксплуатацию слова для украшения не подходит, а на долгое-долгое получение удовольствия. И строгий комплект выбрали мы снежный обсидиан, размер 16,5. Видите, белые прожилочки, это говорит о том, что это снежный обсидиан. Я вот так примерила колечко. Более такая, да, строгая для тех, кто любит черный цвет. Мне кажется, это всегда тоже очень притягательно смотрится. И опять же, хороший рабочий вариант. Никаких цветочков, все строго, элегантно, гармонично, лаконично. И все эпитеты, которые можно. Великолепная работа циркона, восхищаюсь. И мы, конечно, ждем вас в нашем магазине. Всего хорошего, открываем новый ювелирный сезон. До встречи!